В Харцизске запущен пилотный проект по ремонту внутриквартальных дорог. В его рамках планируется восстановить 1800 квадратных метров асфальтового покрытия во дворах многоквартирных домов. Мы приняли решение сделать текущий ремонт по внутридомовым, внутриквартальным дорогам и тротуарам. Первое – это Краснознаменская улица. Поскольку здесь был ремонт дороги по улице Краснознаменская, соответственно, вторичный материал был рядом, он доставлен к месту работ. Как уже было запланировано, следующий у нас будет микрорайон Металлургов и микрорайон Юбилейный. По инициативе Александра Левченко устранить многолетние ямы во дворах решено срезанной асфальтной крошкой. Реализовывать планы градоначальника взялись работники службы единого заказчика, которые, кстати говоря, никогда не занимались подобным ремонтом и не знакомы с технологией укладки асфальта. Для службы единого заказчика это абсолютно новое направление работ, потому что мы занимались в основном обслуживанием жилого фонда. Для этого нам пришлось внести изменения в устав своего предприятия, организовать бригаду, соответственно, приобрести оборудование. Ну, а материал, из которого мы работаем, это все материал БУ. Для того, чтобы качественно выполнить ремонт, служба единого заказчика приобрела вибромашину, с помощью которой утрамбовывается асфальтная крошка. Стоимость такой работы, по подсчетам Александра Левченко, обойдется в 7 раз дешевле, чем если бы ее выполнил специализированный подрядчик. В наших дальнейших планах таким образом отремонтировать внутридомовые квартальные дороги по всему городу Харцизску. Это наши планы, и мы их воплотим в жизнь. Только единственное, конечно, в течение одного года, нынешнего года, это сделать будет невозможно по одной простой причине. Объем огромен. Десятки лет эти работы не выполнялись. И впервые в современной истории города Харцизска мы начали выполнять эти работы. Этот пилотный проект – реальная возможность сделать дороги во дворах пригодными для передвижения транспорта и пешеходов, не дожидаясь объемного бюджетного финансирования. Градоначальник уверен, его планы привести в порядок придомовую территорию обязательно реализуются, что, собственно, уже и происходит.